Да, это прекрасно. Ой, я бы сделала, вы знаете, дело в том, что иногда нужно людям, вот нужно по делу, невозможно. Это мы забываем, что такое, куда-то подъехать, что-то решить. Вот стоят просто люди, которые привезли себя на работу. Сутками стоят эти машины, вы знаете, ну, совершенно несправедливо. Там пропадают, просто объективно говоря, стоят магазины. Мы раньше куда-то какую-то культурную жизнь вели по магазинам. Ну, да? Все поняли, что я шучу? Ну, действительно, в магазины ходили. А сейчас совершенно нет возможности такой. Я не только за платные стоянки, а я за удорожание платных стоянок. Я считаю, что если ты настолько богат, что ты ездишь на машине сам за рулем, ну, оплачивай это. Ну, пожалуйста, оплачивайте это, если вы работаете в центре, и у вас там офис, ну, пожалуйста, да никто не против, только заплатите за это. Все, заплатите, чтобы мы точно знали, что все люди, припаркованные в том месте, куда я приехала, я железно знала бы, что у них не заклеены номера бумажечками. Ужасно, это ужасно, ужасно. Взрослые мужчины выходят из шикарных автомобилей, заклеивают. Ужас просто, кошмар. Ну,